умер в кресле стоматолога. Несчастный случай произошел во второй поликлинике Ленинского района 27 июня примерно в 3 часа дня. 17-летний мальчик во время лечения зубов получил анафилактический шок. Сотрудники поликлиники вызвали скорую помощь. В свою очередь они вызвали еще одну бригаду медиков, которые констатировали смерть подростка. По словам следователей, на данный момент идет проверка деятельности поликлиники, также экспертиза погибшего. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза по трупу, назначена судебно-химическая экспертиза по применявшимся препаратам. По итогам данных экспертиз также будет дана юридическая оценка, и уже в последующем можно будет говорить о квалификации либо об отсутствии состава преступления.